Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня хотел бы вам показать свои покупки, которые были сделаны недавно, ну, месяца два. Я их все собирала, накапливала, чтобы снять вам это видео. И также в этом видео будут идеи подарков на Новый год. Устраивайтесь там поудобнее, берите чашечку чая или кофе. Приятного вам просмотра. Я сейчас наряжала эту прекрасную елочку, как вы могли заметить по моим сторис. Я не насладилась своим кофе. В общем, Марк пролил кофе на ковер, пока я наряжала елку. Ну, это как обычно, это нормально. Вот и сейчас пью растворимый. Никому не советую его пить. Первая вещь — это вот эти вот прекрасные, прекраснейшие штаны из магазина Ойша. Сейчас там новогодняя коллекция. Очень много разных цветов. Зеленые, синие, желтые, вообще какие угодно. Но я еще с прошлого года хотела очень сильно вот эти вот красненькие. И в итоге я взяла красненькие. Вот как только они на сайте появились, я их сразу же заказала. Очень крутые. В стиле фильма «Один дома». И так как у нас через два дня фотосессия, я искала всем нам красивые пижамы в клетку. И в итоге я купила только марку. Сейчас тоже покажу. Я ее увидела в магазине Next. 86 размер. И такие же вот штанишки. Но, я ступила, так как таких пижам на мужчину и женщину почему-то не оказалось. Не знаю, может, их разобрали. И теперь я вообще не знаю, как быть. Я хотела, чтобы все были в одинаковых пижамах, но мы будем не соответствовать немножко. Я купила только штаны себе, и Сережа только тоже штаны, вообще из другого магазина, Тезенис. Тоже мне очень понравилась расцветка, я бы себе тоже такие хотела. Очень красиво. Тут намного крупнее клеточка, чем у Ойш. Вот это Ойша, а вот это вот Тезенис. Ну, они чуть-чуть похожи, но опять же, все равно они разные. И вот у меня проблема теперь, я не знаю, либо нам какие-то свитерки одевать. Вот, также в Тезенис я взяла такую кофту Coca-Cola. Там вроде сейчас какая-то акция, типа покупаешь одну вещь, на вторую 50%. Ну и вот я взяла такой свитерочек. Это, наверное, самая милая вещь, которую я когда-либо вообще видела. Кто смотрел «Мандалорца» и вообще есть такие же любители. Я его как только увидела в Pull&Bear, сразу сказала, что все. Вот, это просто нечто. Очень приятное к телу. Может быть, кстати, отличным подарком какой-нибудь крутой кардиган, свитер. Далее. Вот такие тапчулечки. Какие они милые, боже, тоже. Опять же, в клетку я не удержалась. Это Woman's Secret. Никогда у них ничего не покупала, но вот увидела эти тапочки. И у них тоже сейчас скидки. Взяла в резерве такую вот шапку. Это вообще-то коллекция Зары в прошлом году. У сестры заровская шапка. Я не успела в прошлом году купить такую. Но она мне безумно понравилась. И вот я ее увидела в резерве и вообще офигела. Ну и она там была дешевле. Вот, купила такую вот шапку. Единственное, меня немножко подбешивает то, что она слишком длинная. Очень хотела купить еще с прошлого года такой длинный-длинный пуховик одеяла. В итоге я взяла в этом году уже в Манке, опять же. Там при регистрации дают 15% скидку. Так он в кадр не попадет, но вот такого цвета пуховичок. Он очень теплый, я уже ходила в нем, вообще обалденный просто. Он прям как одеялка. Вот, очень крутой пуховик. Далее хотела показать обычные носочки. Я их заказала в Uniqlo. Uniqlo, мне кажется, самые крутые носки. Это вообще топ, просто топ. Белые носочки, идеально. Также для фотосессии, для каких-то, не знаю, раскладок, для фоточек я взяла в H&M вот такие чулочки. Носочки длинные. Очень красивый цвет и вообще нежнятинка. Также я взяла в Заре вот такой свитерочек. Он настолько крутой, настолько он мягкий, приятный к телу, что, мне кажется, Марк бы в нем ходил каждый день, не снимая. Вот такой вот он. Тоже на фотосессию заказала. Это Марку, естественно. И вот такие штанишки бежевенькие. Тоже все на Черной пятнице. Чуть-чуть было дешевле, чем обычно. Не все вещи, конечно.
Так, какие еще идеи? Также можно подарить адвент-календарь, как, например, я купила в Икее. Здесь, правда, начинается этот календарь с 8 числа. Я изначально думала, что с 10, не видела 8. Вот. Но странно, почему с 1. По-моему, еще какие-то, да, карты, не знаю, подарочные есть. Вот, так что вообще офигенская, мне кажется, идея. Можно подарить какую-нибудь красивую, дорогую свечу. Боже, как же она пахнет. Вот эту свечку я брала в H&M. Я как только купила в Bed Body Works. Они там настолько крутые. Они там вроде как натуральные. А в H&M и в Икее натурального на самом деле ничего нет. Еще там была зелененькая и еще какого-то другого цвета. Вот зеленая пахнет елкой. Вот эта коллекция просто... Это я уже из запакованного подарка вам показываю подарки. Купила в Starbucks, конечно же, вот такие милые штучки. Подарок положить вообще идеально будет. Также можно подарить, не знаю, всевозможные какие-нибудь сладости, киндеры, там, какие-нибудь печеньки своими руками. Опять же, вот этих пряничков сделать. Любителям кофе, чая можно подарить какую-нибудь пачку зернового кофе. Придачу можно подарить, например, турку. Готовить в турке, кто любит френч-пресс, кофемолку какую-нибудь недорогую, положить туда зерна. Не покупайте вот эти вот растворимые кофе и уже молотые кофе. Они уже, ну, это уже не то. Это уже не то. Надо покупать свежий кофе. Я обычно заказываю у обжарщиков в Москве. Иногда я беру в магазине кофе, если срок годности у него не более 2-3 месяцев. Мне как раз повезло, и сделали его 16 ноября. Это какой-то новый, наверное, кофе у Паулик. Кстати, Паулик очень хороший кофе. Также можно подарить вот такой чай. Это я покупала в Кусвилле. Какой-то новый гречишный чай, напиток. Он здесь с грушей и ванильный. Обалденный, просто обалденный. Вот, также для любителей кофе, для любителей чая можно подарить, как вы думаете, что? Конечно же, кружечки. Кружечки, это просто моя любовь. Кто не знал, эту я брала в Икее. Я хотела взять зеленую, в итоге зеленый там не оказалось. Она вышла из ассортимента. Я взяла розовую. Она мне попалась совершенно случайно. Я так на нее посмотрела, думаю, привет, милая, ты, наверное, сегодня пойдешь со мной. Эту я покупала, наверное, 2 месяца назад, только она появилась. Здесь очень красивая такая птичка, дятел. Это такая красивая черная чашечка, золотой ручкой, каемочкой прям. Я подсела на H&M Home и теперь еще и на Zara Home. Сейчас там такая коллекция классная, новогодняя. Там кружечки тоже, чехлы на подушке. Но там один чехол на подушку, извините, 2000 рублей. А для чехла все-таки дороговато. Вот еще вот такие чашечки H&M Home. Вот это вообще просто прелесть. И вот это такая новогодняя. У меня еще в планах купить 2 кружечки. Не знаю, куда я их буду ставить. Я взяла в Starbucks вот такой стакан. У меня уже на самом деле коллекция этих стаканов. В прошлом году был красный. Также у меня есть черный и обычный белый. Когда в него наливаешь кипяток, он краснеет, меняет цвет. Зеленый тоже очень красивый, прям под Новый год. В Starbucks они еще есть. И, конечно же, там же можно взять кружку, но, опять же, там кружки просто какие-то, я не знаю, бабки стоят. Если 3 года назад они стоили там 650 рублей, в этом году 2000. Ну, есть готовые уже наборы, вот готовый набор, там вроде как можно сэкономить. 1600, что ли, то есть там и зерно есть, и кружечка, и еще что-то, по-моему, пряня, я сейчас не помню. Какой-нибудь теплый, крутой вязаный пледик. У меня это голубой, но сейчас можно купить какой-нибудь красный, коричневый, не знаю, бордовый. Какой-нибудь красивый, опять же, шарфик, теплый, это тоже я брала, по-моему, в H&M, я не помню, когда, в каком году. Ежедневник, вот как у меня. Какую-нибудь досточку, опять же, это прям моя любовь, эти досточки. Тоже в H&M брала. Салфеточки новогодние. Это как для девушки, опять же. Далее, какой-нибудь бальзам для губ. Пау-пау. Очень классный, мне понравился. Bed Body Works взяла. Просто офигенский антисептик для рук. У него такой запах. Комплект с тем свитером, например, подарить вот такого мини-йоду тоже. Он вообще офигенный такой, просто такой лап. Еще есть такой же, не знаю, сантиметров он 20, наверное. Такая игрушка мягкая, ну, даже можно ногти красить. Офигеть, он очень крутой, как живой, короче. Далее, бумагу я взяла Леонардо. 100 рублей рулон, где-то 1.5 метра или метр.
Вот, для упаковки подарков. Имейте в виду. Я зайду в Инстаграм и все, на полчаса. Для дома взяла в Икее такой вот чехол для подушки. В H&M взяла два вот таких. Это 40 на 40 подушечка, зеленая просто. И вот 50 на 50. Merry Christmas. Я не удержалась, опять же, взяла такую прям... Ну, все, вы поняли, да? Также в Next я взяла постельное белье. Я все ищу в клетку какое-нибудь крутое постельное белье. Мне не попадается нигде. В Заре я не хочу за 8 тысяч брать. Вот. Взяла Next. Но подушки еще ничего, 50 на 70, это ладно. Но у нас кровать как бы 160, и у них там на сайте какая-то непонятная хрень. Я взяла вроде как двухспальный, но мне пришел односпальный. Хотя я заказывала двухспальный, но вот это их, конечно, ошибка. Размеры не пишут в сетке. Далее, какие-нибудь крема, термокружку, вот опять же, что-то типа вот как Starbucks, или KipCup, или Stojo. Я показывала в своих видео. Аромат для дома, Zari Home, или бомбочки для ванны, масочки для лица. Сейчас очень модный, популярный стал скребок гуаша, камушек, которым разглаживают себе тут личико. Красивую гирлянду, вот что-то по типу вот такой, которая на батарейках, игрушку на елку красивую. Вот, для мужчины носочки, свитерочек, трусяшки какие-нибудь прикольные можно, что-нибудь из электроники, наушники беспроводные. Сейчас не только AirPods есть, но и разные другие, которые не так дорого стоят. В общем, наверное, все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать мои следующие видео. И всем пока!